Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Суфийские притчи о хаджи на средине. Как хаджа укротил гнев Тимурленга. Тимурленг, наводивший казнями ужас на румские земли, зывал к себе, куда ни заходил, ученых и мудрецов и спрашивал, кто я, справедливый человек или тиран? Если кто говорил, ты справедлив, Тимурленг отсекал ему голову. Ну и тем, кто говорил, ты тиран, он тоже рубил голову. Задумались ученые и не знали, что делать. Но так как слава хаджи разнеслась повсюду, народ обратился к нему с мольбой. «Жалься, хаджа, кроме тебя нам не от кого ждать помощи. Сделай что-нибудь, отведи меч тирана от невинных рабов божьих». Хаджа сказал, «Дорогие мои, хоть это и не так легко, как вы думаете, но праведный Бог – помощник угнетенных. И, может быть, благодаря силе ваших молитв мне что-нибудь удастся сделать». Скрипя сердце, он пошел во дворец Тумерленга. Тумерленгу сообщили, что явился хаджа, который готов дать ответ на его вопросы. Когда Тумерленг задал хаджи свой обычный вопрос, хаджа ответил, «Нельзя сказать, что ты справедливый властитель или мятежный тиран. Мы тираны, а ты меч правосудия. Всемогущий Бог послал тебя на нас, тиранов, достойных наказания. Знаешь стих, Господь по милости проявляет к тебе снисхождение и ласку, но того, кто приступает к заповеди, он делает посмешищем». Говорят, что именно такого правильного ответа и ждал Тумерленг. Очень ему полюбился хаджа, и он сделал его своим приближенным. И все время, пока находился в Руме, не отпускал его от себя, быть может, из уважения к хадже, и пощадил его Акшехир и его округу, да и Караман тоже. Так избавились эти города от меча Тимура и от грабежа его назойливых воинов. Вот такая суфийская притча, она называется «Как хаджа укротил гнев Тумерленга». Пока-пока, до свидания.